наверное, чуть-чуть два слова о себе. У меня 20 лет, наверное, уже 20 лет, недавно напомнили. Работаю в качестве тренера, консультанта и исследователя в сфере женского и гендерного движения. И я очень рада, что предоставилась такая возможность сделать вклад в программу симпозиума. И, ну вот, как бы доклад мой, доклад или презентация не имеет такого единого сюжета. Скорее, это несколько таких гендерных эпизодов, связанных с моими размышлениями над повестью Джан Платонова. И в связи с этим над размышлениями как региональный контекст через обращение к некоторым архивным материалам местным 20-х и 30-х годов. Ну, может быть, я должна сказать, почему, собственно, Джан. И довольно спонтанный интерес у меня был к Платонову. Я совсем недавно опять начала перечитывать, может быть, роман Платонова «Котлован», который вот был написан в 29-м году. Хотя потом, вот, когда я уже готовилась к выступлению, может быть, этот интерес был не очень спонтанный. Все-таки творчество Платонова, оно центральное, одно из центральных для переосмысления советского опыта. А потом его главные романы, они выходят в 80-х, 90-х годах. И вот по ходу вот этого захватывающего чтения я стала узнавать, что Платонов был в Средней Азии, и что он написал еще одну удивительную повесть «Джан». Ну, «Такыр», да, рассказы. Хотя он начинал осмыслять вот эти, наверное, восточные мотивы еще со своего короткого рассказа о песчаной учительнице, которая тоже в 27-м году вышла. И над повестью «Джан» уже стало интересно думать в связи с гендерным симпозиумом. Здесь я еще раз хотела бы поблагодарить организаторов и тех, кто поддерживает такую дискуссионную критическую площадку, которая позволяет, ну, в данном случае мне, как активисту и работнику, в каком-то смысле, да, развития современного, как-то подумать над тем, что мы делаем вот в стороне как бы своей основной работы. И сфера развития, где я зарабатываю основные деньги, это же тоже такая сложная вещь. Это как лабиринт, да? Войдешь туда за правду, не понял, что зашел, и не поймешь вдруг, что оказался в какой-то непристойности, да? Уже против этой правды. И уже нередко, вот, перефразируя слова одного из героев, ну, главного героя Вощева из «Котлована» Платонова, что уже хочется сказать, уже хочется уволиться в силу слабосильности и задумчивости среди общего темпа гендерного труда. И, наверное, для того, чтобы реализовать вот эту задумчивость, очень важны такие вот критические площадки. И очень большое спасибо, что она такая есть, и мы совместными усилиями пытаемся ее формировать, развивать. Так вот, возвращаясь к повести, было интересно обратиться к местным архивам того периода, начиная с простого вопроса, а что в этот момент происходило в целом, события. И для меня, как активиста, ну, важно было посмотреть, а кто были эти активисты, которые занимались этим эмансипирующим трудом здесь, в нашем регионе. И речь, прежде всего, идет об архивах политической документации. Ну, также в анализе был использован ряд источников критики творчества Платонова. Вот. Ну, и, наверное, в целом какой-то как бы анализ носит такой историко-культурологический, наверное, и контекстуальный. Хотя вот без особых претензий, я должна сразу сказать. Ну, может быть, чуть-чуть о самом Платонове, к тому, что здесь представлено, я, наверное, скажу, что, ну, уникальный язык, иносказательный, и он предполагает много значений,
И постоянно нужно переключаться с первой истории на вторую. Вот. И, как, конечно же, вот эти необычайные, как говорят исследователи творчества Платонова, необычайные эксперименты в поле утопической проблематики, и, ну, в котором вот как раз-таки вот эти противоположности и противоречия сталкиваются. И вот мы уже сегодня начинали об этом, и вчера начали об этом говорить. И большое спасибо вот всем предыдущим докладчикам. Действительно, есть возможность уже подстраиваться и рефлексировать очень важным таким вещам, которые были подняты коллегами. Ну, касаясь вот гендерных аспектов, наверное, нужно сказать, что есть несколько, ну, совсем мало, может быть, но все-таки есть примеры гендерного анализа, и критики довольно жестко оценивают с этой точки зрения творчество Платонова, и его называют, особенно в 20-х, он был женоненавистник, как вот, мизогинист такой, да, и в какой-то степени, наверное, это правильно, да, потому что для него пол как существовал как империализм, который сидит в нижнем месте человека, и что это вообще душа буржуазии. Да? И поэтому неудивительно было, что как бы нужно было, что эта женщина как опасное место, и поэтому такие призывы были, что если баба будет товарищем, зови ее, пожалуйста, а если обратно, то гони прочь в степь. Но вот потом исследователи творчества Платона, они замечают, что к 30-м годам случился такой гендерный сдвиг, как они его называют, переход от утопического такого аскетизма и ущемления телесности к принятию такой биологической основы человеческой жизни, как вот биофильство, это еще называют они, связаны с женским полом. Ну что уже герои Платонова не хотят, чтобы мужчина-герой, прежде всего, не хочет, чтобы она была розой. В данном случае речь идет о Розе Люксембург, потому что один из тоже героев Платонова любил, был влюблен в Розу Люксембург. Вот. И что теперь она спокойно может стать женой и матерью, необходимой именно для сталинских утопий, да, и вот этого консервативного поворота в 30-е. И в этой связи было интересно, что именно в этот период он обращается как бы к восточным мотивам, да, 30-е. Это, тут я перехожу как бы к первой своей части, первому эпизоду. Ну, как видно, что многие знакомы совсем близко к творчеству Платонова. Здесь только скажу, что главный герой повести Назар Чагатаев, и как определяет его автор, молодой нерусский человек. Интересно, что раньше в первых записях он написал «молодой счастливый человек», потом «счастливое слово» зачеркнул, написал «нерусский». Ну, тоже была идея. Небрачный сын туркменки Гюльчатай и Ивана Чагатаева. В свое время его мать говорит: уже иди, ищи своего отца, но не того отца, который был на самом деле, а другого отца. И так он попадает впоследствии в Москву, как бы по ходу повествования можно понять, что как бы он попадает в какие-то социальные учреждения интернатные, но потом в Москву, заканчивает Московский экономический институт и возвращается на родину, где он должен как раз-таки помогать своему народу. И вот на этом слайде цитируется как о том, что это диалог главного героя с его партийным начальством. И мы видим, что словом «джан» определяется, если говорить современным языком развития, различные представители уязвимых, маргинализированных групп. Среди них есть женщины, которые изменили своим мужьям, и девушки, которые полюбили не тех, может быть. Да? И здесь тоже как бы еще одна тема возникает, но это уже для следующих, может быть, для следующего этапа анализа, что как бы интерпретация тоже Востока в целом в творчестве Платонова. Да, но об этом подумать надо завтра, да.
Но в целом мы видим, что это как бы такие мотивы, возвращение корням, историческая родина, отягощенная также субъективными переживаниями главного героя, метафора пустыни и преобразовательная деятельность человека, ну, прежде всего, западного. Да? Вот. Есть два авторских финала. В первом, как бы, народ, несмотря на усилия Чагатаева, все-таки расходится по пустыне и выбирает свой индивидуальный путь, самостоятельный путь развития. А во втором, который как раз-таки у меня есть в наличии, это вот по изданию, как бы официальный, кажется, финал, вот, он выполняет успешно свою миссию. Да? При этом, значит, да, он оставляет свой народ, он успешно начинает строить новое общество, а он в то время возвращается в Москву с девочкой-сиротой Айдым, ну, которая должна получить образование и научить всех тех, кто дождется ее, как правильно жить дальше. Если в целом говорить о мужских и женских образах, вообще нужно сказать, что в фокусе внимания исследователей, наверное, что неудивительно, чаще всего находятся мужские образы. Вот, и ну, вот тут Чагатаев, да, берет на себя роль отца и помогает своему народу освободиться от векового отчаяния, от безотцовщины, и всеобщего злобного беспамятства. Но, наверное, это тоже не случайно, потому что, как раз как я уже говорила, в 90-е, да, интерес к творчеству Платонова, это тоже с переосмыслением советского, критика сталинизма возникает, и поэтому, наверное, это было важно. Но в то же время вообще образ матери довольно как бы такие сильные, и сам автор, он придает большое значение именно в этой повести образу матери, он в своих записках там тоже говорит о том, что это важно, утрата Чагатаевым матери, как утрата некоторой души. Но я хочу обратить внимание ваше на других героев, да, которые остаются в тени этих исследований. И опять же, в связи с тем, что я сама работаю вот в этой сфере активизма, это как бы детско-женский образ героини повести «Айдым», вот, и о которой очень важно говорить с точки зрения советской политики эмансипации. Айдым, девочка лет 10, она, кстати, взрослеет по ходу повествования, и там потом случается 12-13 лет. А, вот, она вот освобождается Чагатаевым и потом, сопровождая его, становится активисткой. И мы вот как бы в истории Айдым находим вот все эти как бы, отражения событий, связанных с раскрепощением, связанных с вот, становлением этого активизма, можно даже сказать, наверное, в таком классическом их отражении, уже мы вот сегодня слышали об этом. Ну, конечно, она ну, подвержена, как бы есть такие, ну, как бы феодально-патриархальные пережитки, да, может было как-то их вот здесь находит отражение, и сексуальное насилие здесь мы... Опять же, переходя на язык наш современного вот, гендерного движения, да, что мы торговля девочками здесь вот, тоже присутствует. И становление тоже описано довольно так, да, с одной стороны, в классическом таком. Можно было бы сказать о аспекте, да, выражено. Но здесь я хотела бы обратить внимание то, каким образом автор Платонов дает, вкладывает какие слова, да, и какие бы, как бы на символическом уровне, что это значит, то, что говорит Айдын, да. Вот она говорит, что я... От вот этого отчаяния, что люди не хотят меняться, что она их вот просто закопает в землю и нарожает новых. Да? И в этом смысле, мне кажется, это тоже очень такой важный элемент, что становление нового человека – это не просто изменения, а их надо родить.
да, и поэтому у меня вот в теме возникла вот этот как бы момент героя их матери, да, и надо, интересно, что когда-то Платонов писал своей жене письмо и говорил, что ему приснился сон, где он видит, как его жена его родила. А вот здесь вот даже Айдын, вот символически это мать, которая может рассматриваться как мать самого Чагатаева, да, как создательница этого нового человека, она его фактически должна родить. Вот этот приезд Айдыны в Москву, где ее одевают в европейские одежды, и она вдруг становится красавицей. Да? Мы видим явный колониальный мотив. А с другой стороны, мне кажется, это только на первый взгляд. Да? То есть все-таки в языке и то, как это, об этом, как осмысляет Платонов эти события, то есть здесь пересечение очень много разных беспокойств этих тем, да, и с точки зрения идеологии, философии, социальные комментарии, советская риторика, как здесь вообще социалистическое строительство, как бы, и вот эти исторические все эксперименты. И безусловно, что творчество Платонова, оно всегда может рождать вот очень много-много разной интерпретации. Да? Вот однозначно сказать, что это какой-то колониальный текст, ну, не поднимается рука, да, вот как бы, потому что там много, очень много разных смыслов. Да? И здесь мы переходим ко второму эпизоду моего исследования, да, что говорение вот этой платоновской активистки, авторский язык, основанный на притчах, да, хроники, какой-то фактов, подталкивает к вопросу, а что же говорили реальные активистки в то время о том, что они здесь делают. И здесь вот такая фотография, которую вот Нина, наверное, помнит. Мы ее использовали в 2007 году в нашей кампании 8 марта, да, «Продолжение следует». И это тоже новое исследование, потому что, к сожалению, мы не знаем, кто на этих фотографиях. Да? Но это вопрос. И такие живые лица. И хочется больше знать о тех реальных людях, которые работали здесь ради того, чтобы жизнь стала более справедливой. Да? И вот обращение к архивам, обращение непосредственно к переписке между активистами, да, вот оно настолько оказалось завораживающим, не менее, чем текст самого языка Платонова. Вот. Если говорить непосредственно о документах, то я постаралась тоже посмотреть 25-35 год. Это когда вот у Платонова случилась экспедиция в Среднюю Азию, в 33-е года. И тоже они должны были готовить материал к десятилетию советской власти. Я подумала, что, наверное, я возьму этот период. И на данном этапе моих архивных приключений удалось установить две папки документов, каждая из которых больше, чем 100 листов. Это переписка областного отдела по работе с женщинами и с окружными отделами РКПБ. Возможно, в этих папках есть несколько документов от 27-го года, потому что там есть без дат переписка, да? Но идет обращение к отделу работницы дехканок, образованных именно в 27-м году. Но в целом есть не все письма вообще датированы, и трудно установить авторство. Это вот как бы ряд таких вопросов возникал в ходе работы с документами. В основном переписка идет на русском языке, хотя есть документы на арабском и латинском шрифте. Да. Спасибо. Особенно это про латинский, особенно это относится к 33-му году. Возможно, стало больше грамотных тоже активисток. Но и те документы, которые мне удалось на латинском
киргизский на латинском, вот что я прочитала, они носят больше такой как бы отчетный характер, да, что и как бы отчет о проделанной работе. Ну, еще другое отличие между этими вот папками документов 25-33 года заключается в том, что в более позднее время становится меньше писем, написанных от руки, и переписка становится более такой формальной. Да? Ну и вот, к сожалению, вот для данного выступления, ввиду моих языковых ограничений, было возможным остановиться только на русскоязычной переписке и частично на киргизскоязычной, с латинским шрифтом. Да? И, кроме того, совсем несколько документов мне удалось вот подробно посмотреть. И в основном это деловая переписка о планах и результатах проведения окружных конференций, формирования делегатских собраний, женских уголков. Это если говорить о 25-м годе, то 33-й год – это налаживание работы в колхозах, уже колхозное движение там развивается. Вместе с тем, поскольку в этой переписке обнаруживается самый широкий спектр личных вопросов, которые поднимают активисты касательно здоровья, семьи, быта, местности, впечатления о местности, это вот как бы не позволяет эту переписку назвать чисто деловой. Она какая-то, да, товарищески деловая, и даже по-сестрински иногда такая вот очень, сильная, да, как бы вот в эмоциональном смысле, да, и такая глубокая. И прежде чем перейти непосредственно к примерам, я, наверное, скажу о героинях этой архивной истории. Вообще, это им вообще посвящается, это выступление. Вот их всего вот, несколько. Это Болгова Александра, Петраш, к сожалению, пока я не установила, как ее звали, и Шимко. Они были в разное время руководительницы областного, входили в руководство областных структур по делам женщин. Потом Матрохина Анна, Резникова Вера и Жерникова Александра, которые были заведующими окружных отделов в разных регионах страны. И еще Козловская, как инструктор окружного отдела, Амина Музамедалиева, Хадича Шарипова и Булатова. Вот, к сожалению, тоже еще пока не удалось найти всех. Вот, какие-то анкетные данные у меня уже есть об этих активистках, а каких-то анкетных данных нет. Может быть, они лишь попали в другие папки. В общем, это вот герои вот той истории, которую я вам представляю, и вот я им посвящаю этот вот второй мой эпизод. И несколько примеров, совсем, да, 4 у меня примера, и вот титулы для примера взяты прямо из архивных текстов, да, и как тот, что представлен на данном слайде. Это вот письмо Веры Резниковой, Александре Болговой, и, как кажется, она здесь делится своими впечатлениями о том, в каких условиях она оказалась. Хотела обратить ваше внимание на фразу во втором абзаце, предложении. Да, Шура, дыра беспросветная. И почему я обратила на эту фразу? Потому что вот у Платонова вот эта пустыня, она такой, показана таким волшебным местом, да? Куда в первом его финале уходит все-таки народ, чтобы жить своей вот этой пустынной жизнью. Да? И здесь тоже вот, мне кажется, здесь можно сказать, добавить, что не все активистки выбирали сами, куда им ехать. Да? Это было назначение. Да? И есть письма, где активистки говорят о том, что извините, меня туда не направляйте, я не знаю языка. И вообще, или переведите меня в другое место, и это невозможно работать. Да? То есть, конечно же, энтузиазм был, но все-таки было мало выбора. Это была, в общем-то, партийная работа.
И здесь нужно сказать, что тоже, вот, ведь у нас представление, что женская сфера всегда рассматривалась как социальная сфера. А вот анализ изменений, вот этих институциональных изменений 20-30-х годов, он же показывает, что это было не так. Это все было в политически идеологическом отделе находилось, на самом высоком уровне. Да? Вот. И что нас, и здесь еще что привлекает, что они хотят, да, получать доступ к информации, они хотят быть, ну, как бы в авангарде происходящих событий в центре. И, по всей видимости, очень нуждались в том, чтобы получать вовремя эту информацию. И мы дальше тоже увидим следующий вот пример, который говорит о том, что работа эта была очень сложная, да, и им приходилось переживать как отсутствие ресурсов, да, и что на самом деле, вот особенно это Матрохина, да, ее, кстати, вот в ее анкете, они так, значит, пишут, что она была очень активная и очень много хотела сделать. Ее можно рассматривать как местную женщину, потому что она, местную активистку, потому что она родилась здесь, вот здесь, и как бы вовлекалась в активизм самого-самого раннего, да, советского времени. И она говорит о том, что мы не знаем, что делать. Вот скажите нам, что делать. То есть это к тому, что ведь на самом деле нам только кажется, что была какая-то единая стратегия, да, и все понимали, что надо делать. А вот этой единой стратегии не было. Люди на местах пытались придумать, да, как вот эту политику или как бы вот эти декларации перевести на административный, вот этот управленческий язык, чтобы как-то эта работа шла. При этом, конечно, вот здесь очень интересный такой момент, что Матрохина позволяет себе, да, критиковать свое начальство и сказать, что, извините, равноправие – это не командование, да? Так что отвечайте за свои слова, вот, иначе мы вот оказываемся в такой тяжелой ситуации. Да? И если о колониальной теме, да, то есть вот этот пример для меня тоже был интересен с той точки зрения, что ведь активистки, они понимали, что они могут впадать, если опять выражаясь на современном языке, да, вот в эти фундаментализмы, в том числе и связанные вот с какой-то колониальной политикой, и они не хотели этого, да. Вот, и рядом здесь пример тоже обращение местных, как их называют, женщин коренного населения в этом документе, да, женщины коренного населения, причем они подписывают эту бумагу, то есть это письмо, заявление, оно со слов этих активисток записано. Да? И речь идет о том, что зря сняли товарища Галиеву с места, который работает вот в этом союзе Кошчи именно по женщинам. Но интересно, что вот товарищ Шимко, о которой я вот говорила, она пишет в ответ на это заявление, такое как бы распоряжение о том, что вот мы получили такое заявление, оно носит характер петиции, и теперь, пожалуйста, ведите работу так, чтобы мы уже не получали таких петиций, да? Что обращения не могут носить вот такой петиционный характер. Это в этом смысле тоже вот это субъект, их уже там рассматривали как политических субъектов, они понимали, что это подрывает их, да, основу, и они решились, да, как бы пойти, ну, не критиковать, или, по крайней мере, поставить вопрос по отношению к решению вот РКПБ, да, областного. То есть вот в этом смысле это вот интересный такой пример. И о семейном положении. Это вот тоже очень интересный момент. Действительно, как жили те активистки, которые боролись за социальные условия для женщин? Как им удавалось соблюдать этот, опять современным, и говоря современным языком, баланс между работой и, да, семьей. И вот мы видим, что они тоже сталкиваются
такими трудностями, да, и ждут поддержки от своего руководства. И здесь я должна, наверное, сказать, что есть очень интересная папка о результатах проверки партактива с точки зрения того, как они выполняют лично они по отношению к своим женам директивы Среднеазиатского бюро по раскрепощению женщин. Это тоже другое исследование, об этом тоже можно подумать, да, завтра. Вот. И вот последний пример, он также был интересен для меня с точки зрения того, как вот, с точки зрения этого, ну, как бы и товарищества, и сестринства, которое складывалось между этими активистками, да, они, во-первых, не боялись сказать, что у них трудности, а во-вторых, они просили этой помощи. А потом, это очень особенный документ в том смысле, что если до того я показывала вам переписку 25-го года, то это уже переписка 33-го года, и мы видим, что планов до сих пор нет. Мы не знаем, что делать, да? Но вот природные условия в Караколе, кстати, кажется, там она просит приезжать ее на курорт, что, может быть, мы сможем здесь как раз более подробно и детально обсудить, что с нами происходит, да? Ну и вот к заключению, ну вот на двух-трех примерах, наверное, трудно сделать, да, какой-то, да, какие-то долгосрочные, да, или далеко идущие выводы. Да, и я хотела еще раз подчеркнуть, что я только в самом начале, и опять же спасибо этому симпозиуму, да, что как-то путь, ноги куда-то понесли. Да? Голова еще не понесла, а ноги понесли в архив. Может быть, это мое историческое, ну, базовое образование у меня историческое, как сложности, так я в архив. Вот, и это как бы путь нам показывает, что вот эти множественные пересечения и противоречия, которые так характерны для языка, для творчества Платонова, они и в живом языке, да, и в реальных женских активистов есть. И что они также полны энергии, вот, отчаяния, каких-то вдохновений. И, то есть в этом смысле очень полны эмоционально и как смысл по содержанию тоже очень полные такие тексты. И вот, как бы, на мой взгляд, вот это состояние напряженности, оно отражает ту позицию, когда мы находимся между, да? И, возможно, на это, да? Если смотреть так, через такое слово или понятие синкопы. А, я извиняюсь, поскольку организаторы сказали придумать метафору, ну вот спросили, я говорю, да, синкопа. Что такое синкопа, да? Ну, как бы базовое значение – это выпадение, сокращение. Есть лингвистическое значение, да, там, Иваныч, Иванович, Иваныч. Есть музыкальное значение, тоже интересно, да, когда ты с главного, как бы, такие неожиданные такты в нарушение своей метрической нормы, вдруг и появляется такая прекрасная музыка джаз, да. И мне кажется, что через это понятие нам помогает смотреть на то, что происходило с точки зрения разных вот движений, такой динамики, да, сдвигов и этих сокращений, и этих несовпадений, да, несовпадений, да, которые, ну, наверное, как и в джазе, только при определенных условиях эти выпадения, сокращения превращаются из какой-то какофонии в какую-то, да, ожидаемую музыку. Но, может быть, это как раз вопрос к исследованию дальше. При каких условиях вот эти сдвиги позволяют нам, да, сказать, что наше движение, оно, ну, имеет вот этот смысл, да, и особенно я к себе обращаюсь, не стоит, может быть, впадать в вот такие глубокие разочарования, в которые иногда мы впадаем, да, и там, а более глубже, да, понимать, что происходит в этом активизме сегодня. Да, что, ну, понятно, что это
синкопа, ну, никакой, наверное, на данном этапе трудно сказать о какой-то, ну, теоретической основе, но эстетическая как-то есть. Ну, красиво. Ну, все-таки мы же в художественном, да, пространстве.